Всем привет! Сегодня, дай бог, состоится мой первый видео на YouTube, первый влог. Я сейчас только встала, покормила Давидика, пойду в ванную. И сегодня хотим с Мелким выйти на аллею, у нас тут первый раз погулять. А вечером Артур пригласил меня на свидание, потом будем вместе с вами собираться и, соответственно, вместе с вами туда пойдем. Очень классная. Я открываю, насыпаю прям не жалея. И дальше с теплой водой смешиваю, растираю ручками, доводя до вот такой вот мягкой пенки. И начинаю массировать лицо. Итак, сейчас уход за кожей. Я люблю включать на ютубе какие-нибудь видюшки. Либо сериал, и так намного веселей. Пока у меня на лице пачки, пойду поем, но сперва хочу нанести мист. Очень люблю дома использовать мисты Victoria's Secret. Они такие свеженькие, приятные и легкие. Как раз самое то для дома. Еще я люблю распылять по комнате, чтобы везде вкусу пахло. Так, сейчас я буду краситься, уже нанесла тон. Теперь консилер. Быстренько собираюсь с Артуром на свиданку. Он меня пригласил в место, в которое я давно хотела попасть. Поэтому я очень сильно этому рада. Консилер использую Dior. Безумно мне нравится. Это, наверное, самый лучший консилер, который я когда-либо использовала. Он очень хорошо перекрывает. И самое главное, он не сушит кожу вокруг глаз. Наоборот, дает еще и увлажнение. Это очень большой плюс. В этом оттенке у меня консилер. Девочки, моя новая пудра Clarins. Я не жалею, что ее приобрела. Очень хорошо она матирует кожу, легкая, на лице ее не видно. Вот, поэтому я довольна. Еще у нее классный аромат. У меня в оттенке 02. Самый частый вопрос в моем директе сейчас все про роды и про малыша. Отвечу быстренько тут сейчас. Мы на грудном вскармливании полностью, роды прошли хорошо, слава богу, все благополучно. По поводу того, страшно ли это? Ну, конечно же, страшно, девочки, конечно, это страшно, особенно когда в первый раз ты не знаешь, чего ждать. Ну, на самом деле, хоть все и говорят, и это правда так и есть, после того, как ты видишь своего малыша, ты действительно забываешь обо всем. Я сейчас прям спешу, потому что у меня мало времени, нужно быстренько собраться, еще снять рилс. Поэтому я прям спешу, но благо, что быстро красить себя я могу. Наношу свои новые кисти, кстати, мне очень нравится. Напишу вам в описании номер и бренд. Румяна всегда наношу на носик, на веки и вот так вот по контуру. Очень получается свежий, красивый эффект. Раньше, кстати, я вообще ненавидела румяна на себя, сейчас у меня их просто огромное количество. И не скажешь, что когда-то я была к ним абсолютно равнодушна. Артур пригласил меня в морской ресторан. Я давно здесь хотела побывать. И наконец-то мы приехали. Уборная, кстати, очень чистая, красивая. И тут такая интересная стоечка. Вкусный, свежий такой, да? Артуру принесли том-ям. Кстати, тут там ям идет с рисом отдельно. И хлебушек. Очень красивенько. Так, нам тут принесли мидии в сливочном соусе. О боже, как это красиво. Я очень люблю морепродукты, кстати. И Артур тоже, поэтому это место для нас идеально.
Так, у нас тут еще мидии запеченные в соусе спайси. Я их обожаю. Вот это вообще моя любовь. Мне не нравится больше, чем в сливочном соусе. Итак, мне принесли форель на гриле и, девочки, устрицу. Я всю жизнь мечтала пробовать устрицу, и сейчас буду это делать. Вообще, я знаю то, что все, кто пробовал ее первый раз, говорят, что это фу. Мне стало очень интересно, а то решил сразу показать. Мне объяснили только что, как ее нужно есть. Я от волнения забыла. В общем, смотрю на нее, боюсь, но сейчас попробую. Артур будет снимать. На самом деле, я правда волнуюсь. Я даже почитала инструкцию, как сейчас доковыряю. Не выливай. Я не выливала, но не слушаю. Давай. Это вкусно. Я бы даже ее пожелала. Блин, надо было еще знать. Это правда вкусно. Но знаете, как немного как мидия, только более скользкая. Мне хотелось ее прожевать даже. Блин. Это вообще не мерзко было. Можем еще 5. У Артура тут барабулька фри. Я уже уничтожаю свою рыбу. Очень вкусная.